Показатель заболеваемости коронавирусом в республике ниже, чем по стране. Суточный темп прироста заболевших за последние две недели составляет 45 человек. Для снижения показателя необходимо продолжить вакцинацию населения, уделив особое внимание лицам, входящим в группу риска. Кроме этого, необходимо расширить охват тестируемых. Такое решение принято сегодня на заседании оперштаба. Наибольшая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Чебоксарах, Алатыре, Новочебоксарске, а также в Алатырском, Порецком, Красноармейском и Чебоксарском районах. На 1 апреля выявлены 16 активных очагов в образовательных организациях республики. Заболеваемость лиц 65 лет и старше выше уровня заболеваемости всего населения республики почти в два раза. Всего в республике развернуты и продолжают сейчас функционировать на сегодняшний день 1120 коек в 10 медицинских организациях, что составляет 12,3% всего коечного фонда Чувашской республики. На стационарном лечении находится 856 человек, из них в состоянии средней тяжести 581 человек, 67,9% тяжелых 243 человека, 28,4% и в крайне тяжелом состоянии 32 человека. Для снижения заболеваемости необходимо увеличить охват тестируемых методом ПЦР. Да, действительно, у нас охват тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения составляет 137, что это не достигает требуемого уровня 200 исследований на 100 тысяч населения. Мы этот вопрос обсуждали, и в целях расширения количества круга контактных обследуемых, если сейчас у нас на одного больного приходится 4,4 контактных лиц, то мы поставлена задача не менее 10 контактных лиц, чтобы расширить круг обследования. Еще раз, надо будет до каждой больницы довести вот прям направление групп риска, которые должны подлежать обязательному тестированию, ужесточить контроль, чтобы у нас каждое медучреждение проводило тестирование. Важно ускорить темпы вакцинации, особенно лиц, входящих в группу риска. В республику поступило свыше 49 тысяч доз вакцины с двумя компонентами. Работают 42 пункта вакцинации, 5 мобильных прививочных пунктов, 6 мобильных прививочных бригад. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.